Так, это уже аппликация похожая, но чуть-чуть немного другое решение. То же самое вы видите. Breakfast, lunch, dinner, snacks. И вот по поводу воды употребления, мне нравится вот как у них сделано. То есть, когда ты на стакан делаешь тэп, он становится голубеньким. Вот. Это, то есть, сколько стаканов ты выпил. Вы видите, как только все стаканы заполнены, автоматически добавляется стакан. Ну, максимум здесь стаканов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 стаканов. Но больше воды человеку и не надо. То есть, если я убираю один стакан, то есть он исчезает. Ну, минимум тут получается здесь 13 стаканов воды. И то же самое. То есть, на завтрак выбираю из базы данных. Вот это категории, food brands, рестораны, chain, supermarket, custom food. Это вот тоже другая аппликация, то есть здесь как оно решение сделано. То есть можно выбрать по категориям еду в алфавитном порядке. Допустим, fish and seafood. Ну, крабы, допустим, выбираем. Вот тут все крабы, canned crab. Выбираем. Тут говорит время, я это кушал. И сразу же видите, здесь появляется, что consume 28 калорий, а твой daily goal 2379. То есть и он в процентном отношении вот эту шкалу будет двигать. Вот. И сразу же здесь написано карбохидраты и так далее, протеины, фэт и так далее, что ты уже употребил в день. Это вот такая немного другое, в принципе одно и то же, но чуть-чуть немного другое решение.